Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня с вами, как обычно, обзорчик рынка. И я еще хочу пофармить на английском сервере угольную армию. Если она там еще открыта, вроде должна быть. Она вчера открылась, но вчера что-то лень уже было забегать. Потому что там дают довольно-таки уже неплохие плюхи. Такс. Бесплатно, бесплатно. Сейчас еще что-то на русском зафарманем. Самики. Ничего себе, паки прям. Раздают. Ну, на русском сервере нормально паки дают. Так, что у нас есть интересного? Карта богатства осталась. Собери сам. Ну, здесь ничего, судя по всему, не поменяли. Такие есть Барт. Один из самых таких дешевых. И лесу здесь тоже на русском сервере дешевле всего собрать. Как-то странно, ее даже первые ввели сегодня на английском. Ввели. Ну, такие паки для начальных аккаунтов можно что-то интересное подобрать. Для топ-донатов оно уже такое, знаете. Для одного расходника, которого не хватает. Такс. Что у нас еще есть? Воскресный приз. Вот это, кстати, неплохие призы. 200к кулаков, 200 книг, 200 сущностей топовых, карта созвездий. 20 штук, 60 сундуков, сокол пыльца, пицца, эмблема, камень судьбы, кристалл морозного дракоша, 100 штук. Ну, для прокачки суперпэта там надо 200, это, по-моему, где-то так, на максималку его качнуть, руна таланта, 30 рун, истинная вера, 5 левела, правда, но такое, так. Руна эмблемы. День замковладельца. Волшебная кузница. Кстати, не забывать забирать плюхи отсюда. Так, вход в игру тоже еще до сих пор есть. 22 написано. Сегодня последний день, походу. Вот эта сокровищница. Настолочка даже есть. Поехали, настолочку чекнем. Что нам сегодня упадет? 20 сокола. Ну, такое себе. Так, окей. С этим разобрались. На русском все понятно по акциям. Думаю, вряд ли они тут что-то меняли. Да, они ничего даже не меняли. Все точно так же, как и вчера. Так, побежали на английский сервер. Заодно и зафармим сейчас с вами угольную. Тестовую, посмотрим, что там нового интересного поменялось. Или добавилось. Ну вот, видите, добавили пак. 800, на русском 600. Скин, кстати, у меня скин есть, сейчас посмотрим с вами заодно на его скин. Вчера паролил, решил повыбивать итемы. 200к ушло где-то на выбивание второго. Такс. Ну вот так вот он выглядит в скине. Больше чем-то смерть напоминает, смерть, ну, где-то такая же похожая. Поехали, посмотрим на сам его скин. Ну, такое, ничего не поменялось, по сути, по мне. Чтобы что-то было прям такое мега-мега-вау, я бы не сказал.
Ну, как видите, герои вообще печальные. По мне, полная печаль. Надо будет его на архе еще затестить. Если он там уже не зайдет, то толку от него, честно говоря, никакого. Чисто ради силы. Ну такое, в общем, по скину ничего не поменялось. Так, окей. Смотрим, что у нас update gift. Вот смотрите, Джамбира дает скин. А, это что у нас получается? 9000 самоцветов. Почти. 800к кулаков. 50 новых итемов. Holiday pack. Наверное, эта сумочка. Кристаллы героя, бивант коины 20, комик рок на прокачку 14-го. А, рунки для прокачки 15, под снэк, блейд дэнс 10. Ну, они задрали уже с этим блейд дэнсом, их столько дают. Так, прайминг сегодня пак 10-го левела 6 штук, 1000 пальцы. 600 сундуков пятых, это нормально. Так, магическая лаборатория. Хантер. Настолочка тоже есть. 500 получили за вход. Я так стараюсь иногда заходить, забирать на всех аккаунтах по очереди. Это то, что я вам говорил, Homecoming. Возвращайте своих друзей. Хотя куда они возвращаются, думаю, все и так знают, и никто сюда не захочет. Так, пиратище появился. Ну, пиратище тоже вряд ли меняли, уже где-то после Нового года его поменяют. Карта. Остров. И билд-э-пак. Ну, то же самое. Нифига не поменяли. Интересно. Такс. Чё, поехали. Фарманём. На английском сервере. Я вчера в уголку что-то так и не прошёл. Нормальный бонус, нормально вообще. Самый удачный заход, наверное, со всех. Такс. Обнести. Потому что тут реально дают уже хорошие плюхи. И грех не зайти и не внести сюда немножко ресурсов. Ну, тем более тут стандартно надо, я не помню сколько там, 3 дня подряд подонить. И вы будете получать офигенные ресурсы. Так, что у нас тут? Супергерои, наша суперкарта. Сейчас попробуем их собрать. Как-то вместе. Даже, честно говоря, заморачиваться не хочу над героями. Вот такое что-то придумаем, как обычно. Ну, стандартное. Зефир. С 30-ми прорывами. Ничего сложного нет. Стрелок. Ворожай тут, в принципе, даже и не нужен. Будет больше здесь мешать. Понимаем.
попробуем выставить всех таких с доп. Атакой. Давайте тестанем, кстати, тыкву. Так, тыква у меня, по-моему, в тотеме, если я не ошибаюсь. И вместо Мэри попробуем ведьму. Такс, с этим разобрались, поехали. Поставим им воодушевление, супер патов по возможности и Борику зафармим. Так, тут все стоит. Ведьма готова. Тыква готова. Так, этот готов. Стрелок. Готов. Все, поехали. Поехали, сделаем тестик. А, мы на Бугича ладушку не поставили. Ага. Ладно, сейчас на второй заход поставим. Потестируем. Так, не понял. А, блин, у нас же Зефир без ладушки. Я думаю, что за фигня? Я поставил на него, взял раскол. Что-то не так, думаю. В принципе, ничего страшного. Видимо, у нас доживет. Хотя, в принципе, ведьма может свободно убиться на любой отражалке, если включится кто-то. Вполне вероятно. Так, кто у нас? Стрелок слился. А, стрелок. Стрелок минуснулся, ребята. Очень быстро. Ведьма. Надо все-таки ладушки поставить на них. Ну, 675, в принципе, стандарт. Так, давайте. И на Бугича. Посмотрим, что так у нас получится. Ну, стрелок как-то странно сливается, хотя вроде и 30-й прорыв, но улетает очень быстро.
Вот опять минус. Да, минус стрелок. Не вижу. А, нет, есть, все-таки еще есть. Еще живы. Стыковка 672, ничего не изменилось, еще даже хуже набили. Лучше вот так вот. Поехали, еще Тайвань чекнем, что там на Тайване. Не смотрел Тайвань. Ну, как видите, стандартный урон 600-670, там уже зависит больше от выхода и от того, как вы расстановите героя, результат. Ну, так, плюс-минус. Так, что у нас на Тайване интересного? Ну, у нас Тайвань сегодня удивит. Тоже добавили лисицу, наконец-то. Лиса, лисицу, накопление. Ничего такого нет. В общем, такие вот дела, ребятушки. Ждите БГС с новым Ронином. Всем удачи, всем пока.